представляю наших гостей. Сегодня в студии Людмила Жукова, председатель Коми-регионального общественного организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Людмила Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И вот с февраля месяца Республиканский совет возглавляю я. И мне бы хотелось вот сегодня сакцентировать внимание на том, что мы, ветераны, люди самые умудренные, опытные, мы никогда не должны стоять в оппозиции ни у органов исполнительной власти, ни у депутатского корпуса, ни у кого. Мы должны быть только помощниками во всех вопросах, как самые действительно имеющие богатый жизненный опыт. И вот за эти 2 года ведь не было ни одного документа принято на уровне республики, который бы ущемлял права старшего поколения. Разве не заслуга того, что вот глава республики сейчас согласился оставить все общественные организации в Югоре, там 3-й этаж, это удивительные условия для работы всех общественных формирований. Это мы получаем все-таки и субсидию из республиканского бюджета, это тоже надо отдать должное властям республики Коми. Надо передать этот опыт. Как воспитывать молодежь, кем должен быть, каким патриотом должен быть наш молодой человек. Очень сегодня помощь целенаправленную Зеленецкой птицефабрики, ликероводочного завода, мелких предпринимателей, даже вошедших и работающих в нашей республике, Магнита, Окей, Пятерочка, они все очень хорошо оказывают помощь, кроме магазина Окей и Ю, которые даже в этот святой день и то не оказывали помощь.